Работает печка, на киловатт идет. В разрез поставлена вот эта вот нагревалка. Но она выключилась. Я не понимаю, в чем дело. Она выключилась. Ну, один стоит. Тут очень горячо. Один потребитель есть. В разрез вставлена вот эта вот инфракрасная освещалка, нагревалка, неважно. И второй потребитель, вот, был чайник. Я его выключил, он кипел. Я его включаю снова, чтобы он заработал. Что происходит с потреблением? Тут начало нагреваться, то есть увеличилось количество энергии, которое выдает катушка. Получается, чем больше ты грузишь эту катушку, тем больше энергии в ней. Какой-то резонанс происходит. Кто-нибудь понимает, что происходит? Я ни хера не понимаю. Но этот вопрос стоит поизучать. Это шаг к свободной энергии, и я добьюсь таки свободной энергии от этой штуки. Без вариантов. Сказал А, надо говорить все остальное. По-моему, это значит, что у нас скоро появится свободная энергия. И скоро мы займемся реальной трансформацией, изменением этого мира. В хорошую сторону. Новое справедливое общество. Впереди справедливая освободительная война, как говорил товарищ Сталин, и впереди новое свободное общество на свободной энергии, где всего всем хватает. Я в это верю, я к этому буду идти.